все до конца. Вас там ожидает кое-что по-настоящему роскошное. Из риса и разнообразных начинок, которые традиционно готовят на Dragon Boat Festival. Получать больше очков вы сможете, играя на определенном типе кораблей, а также не забудьте про ежедневный бонус. В отдельной вкладке вас ждут очки за просмотр рекламы, за золото и дополнительный бонус каждый день. Заработанные очки позволят вам проходить этапы специального пропуска и забирать награды. Это расходники, вооружение, камуфляж и, разумеется, главный приз – китайский эсминец Type 055A. Этот вам по вкусу. При прохождении пропуска вы также будете получать древние ключи, при помощи которых сможете открывать сундуки с дополнительными наградами. Среди них флаг фестиваля и уникальный 3D-камуфляж для эсминца «Килин» из бесплатного июньского пропуска. А также мощное вооружение для ваших новинок. Ракеты YU-8 и гранатомет FQF-6000. Любителей авианосцев также ждет китайский бомбардировщик H-6 с ядерной ракетой на борту. Если у вас не получилось выбить все призы, вы сможете докупить дополнительные ключи в соответствующем пункте меню. Только во время фестиваля в нашей игре вы сможете приобрести наборы с самым популярным китайским штурмовиком J-25, а также набор с легендарным флагом и камуфляжем. Приглашаем вас принять участие в событии Dragon Boat Festival и получить к себе в порт отличные награды. Похоже, я чувствую запах роскоши. По многочисленным просьбам нашего арабского комьюнити, мы добавляем в игру камуфляж The Richness and Luxury of the Eastern Sands. Золото и арабская вязь. Такой камуфляж подчеркнет ваш статус и скилл, разумеется. Приобрести его вы сможете в конце июня в специальном предложении Gold of Sands Bundle. А на сегодня у меня все. Отправляюсь готовить, в смысле, собирать пельмешки. До встречи в море, командиры!